Всем привет! Мы сегодня будем рыбачить снова на реке Булюпы, но на этот раз это другая сторона речки совершенно. Это район называется Варнукрокс. И сейчас все еще март. У нас тут такая ситуация сложилась, что мы поняли, что на поплавок ловить будет тяжело, потому что глубина тут не сразу. И мы сделаем такой мостик, чтобы было где встать и удобнее было ловить. Мы построили мост. Сейчас будем закидывать приманку. Закидывать далеко не буду, просто здесь возле берега хорошо прикормили, поэтому ну, посмотрим. Насаживаем обычное тесто вместе с подкормкой перемешанное. Я уже так ловил. Даже здесь глубины не хватает. Но длиннее мостик уже не сделать. Наживка хорошо держится.
О, нет, этих ребят мы совсем не ждали. Ну-ну-ну. Они нашу наживку съедали. Дядька съедает нашу наживку. Они реально ее съедают. В общем, рыбалка у нас просто никуда уходит, потому что они съедают сейчас всю нашу наживку, которую мы так долго готовили. Они просто два маленьких хулигана. Все съедают и не думают о нашей рыбалке сейчас. Как обидно. Очень обидно. Мы так хотели хорошо порыбачить, но приплыли просто два белых хулигана. У меня уже было все подготовлено. Вот удочки, идеально все сложил, уже закинул донку. Надо же было им приплыть. А мы будем ловить на донку. Дональд Дак. Дак. Эй, Дак. Прикинь, какие ласты у него просто. Реальный Дональд Дак, короче. Давай ванну заберем его. Скидывай ласты. Да. Мы перемещаемся в другое место. Здесь не клюет что-то. Он освобождает себе проход, ему мешает просто. Да? Да снял я немножко. Видишь, он освобождает проход. Хочет свободно пройти в реку. Хочет в реку пройти, но чтобы не мешало ничего по дороге. Блин, я не могу. А все-таки, наверное, мы закончим сегодня нашу рыбалку. Но ничего, в следующий раз повезет. Сами видели, какие сегодня ситуации комические у нас были. Ну что, всем пока!